Всем привет, с вами и Давид, а также известный как Сус. Вам наверняка хотелось узнать, какой вклад можно внести в популяризацию здорового образа жизни в вашей школе и на сенном пункте. Покажу. Например, я мог бы, позвать друзей там поиграть в баскетбол, только я не буду играть, потому что я не умею и не хочу вообще играть в баскетбол. Вам будет хорошо, они поиграют. Всем будет здорово. Да, от того, что вы вот это, да. А еще вы можете позвать друзей погулять. Да. Я не с удовольствием огромным пойду с вами гулять. Также вместо скучных уроков можно позвать какого-то там врача и кого-то другого, чтобы вам объяснил всякие интересные вещи.